С начала года на территории Ленинского городского округа произошло 73 пожара. Особую тревогу вызывает череда крупных возгораний на производственных складах. В связи с такой ситуацией временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов организовал встречу с предпринимателями муниципалитета. На ней обсудили вопросы пожарной безопасности на предприятиях. У нас была оперативка, и руководитель МЧС нашего подразделения обратил внимание на то, что сейчас начался пожароопасный период, и уже у нас поступали сигналы с пожарами. У вас производство связано очень тесно с той деятельностью, которая в этом направлении довольно опасная. Как рассказал начальник отдела надзорной деятельности Сергей Дежкин, уже в этом году их ведомством было зафиксировано 6 возгораний на производстве и автостоянках. Пожары на таких объектах охватывают большие площади и приносят значительный материальный ущерб. Один из крупных пожаров, который был 12 февраля, это пожар в производственном складском корпусе, расположенном в городе Видное, проектируемый проезд 5208, территория ВЗ ГИАП. Причиной распространения пожара способствовало отсутствие систем противопожарной защиты на этаже, где произошел пожар. Дмитрий Абаренов попросил управление МЧС увеличить количество проверок на крупных предприятиях. И одно дело, когда кто-то там категорически что-то не хочет делать, а другое не проверки ради штрафов, а чтобы это была максимально контактная история и во благо, а не во вред. На встрече была затронута еще одна тема – прививочная кампания. Как проходит вакцинация от коронавирусной инфекции в округе, доложил главный врач Видновской районной клинической больницы. У нас на данный момент сегодня привито первой фазой 7747 жителей, второй фазы 4805. Также на совещании обсудили работу мобильных бригад, которые для вакцинации сотрудников будут приезжать прямо в организации. Руководство ВРКБ готово подобрать для каждого предприятия удобный график. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.